Вадим Зеланд. Вершитель реальности. Введение. Уважаемый читатель, эта книга, несмотря на свое название, вовсе не относится к области фантазий. Повседневная действительность здесь предстает в новом, незнакомом обличье, отчего становится намного удивительней любой мистики. Вам предстоит убедиться, что окружающий нас мир не совсем такой, каким мы привыкли его видеть. Реальность, при всем своем многообразии, обладает четко выраженной зеркальной симметрией. Дуальная природа нашего мира проявляет себя повсюду. Есть левое и правое, есть верх и низ, душа и разум, живое и мертвое, черное и белое, осязаемое и иллюзорное. Дуализм служит причиной извечного противостояния, опять же, двух направлений в мировоззрении – идеализма и материализма. Но все-таки, чем на самом деле является наш мир – механистической системой или виртуальной иллюзией? Если искать ответ лишь в одном направлении, то возникает масса противоречий и парадоксов. Так называемой «золотой середины» тоже не существует. Она слишком размыта. Где же в таком случае находится истина? В поисках разгадки мы двинемся несколько необычным путем. В качестве ответа на всякий вопрос типа «что есть реальность, то или это?» примем один нетривиальный постулат. И то, и другое. Истина лежит не посередине, а именно на пересечении граней многоликой реальности. Наряду с материальной вселенной существует ее зеркальное отражение, неосязаемый и незримый, но такой же реальный мир, присутствие которого проявляется в необъяснимых явлениях. В точке соприкосновения этих двух миров реальность становится не только понятной, но и, что удивительно, управляемой. Человеку, однако, свойственно впадать в крайности, поэтому он, в зависимости от мировоззрения, пытается искать решение своих проблем либо в рамках материальной действительности, либо в области метафизики. Но ни тот, ни другой путь не приносит удовлетворительных результатов. Человек пребывает во власти обстоятельств. Жизнь с ним случается, как сновидение, на которое он не в силах повлиять. И все же есть один принципиально иной способ взаимодействия с окружающим миром. Трансерфинг, о котором и пойдет речь в этой книге.